Речь об этом шла и на коллегии Министерства информационной политики и массовых коммуникаций. Порталы должны работать. Особое внимание надо уделять их наполнению, чтобы жители могли получить максимум информации на интересующую их тему. С докладом на коллегии выступила заместитель министра Светлана Каликова. Наряду с достижениями в отрасли в последнее время обозначились серьезные проблемы, связанные с ростом цен на бумагу, полиграфические услуги на доставку печатных изданий. Все это очень осложняет работу редакции. Они ищут альтернативные пути решения этих вопросов. На 2015 год у отрасли вполне конкретные задачи. Больше надо уделять внимание детско-юношеской тематике. Особый упор важно сделать на создание учебно-художественной литературы, пособий, телевизионных и радиопрограмм. Традиционно на коллегии отметили и труд наших коллег. В их числе старший редактор Национального радио, заслуженный работник культуры республики Владимир Егоров. Длина линии электропередач всего 300 метров, но строили ее целых 4.